Я могу убирать, месье Мерле? Я могу вас убрать? Одну минуту, мадам Берже. Я хотел бы дописать главу. А, хорошо поработали сегодня? Ну, нет, листов 25. Маловато. Сейчас народ стал давать мне предложения, в том числе и друзья. Напиши что-нибудь серьезное. Как будто я не писал серьезно. Почему вам не написать что-то серьезное? Пишу. Вы меня как раз оторвали. Что пишете? Детектив. О чем? Ну, участковый инспектор раскрывает убийство и не может никак раскрыть. И что же? Он раскрывает в конце? Нет, не может. Так, простите, а где происходит действие? У нас. А в чем детектив? Ну, вот в этом. А у него улики есть? Все. И отпечатки пальцев, и пистолеты, и гильзы, и труп. А убийца? А он и не прячется. Так в чем же дело? Ну, вот в этом. А в чем интрига? Ну, в родственниках убитого. Они борются за наследство, а все наследство украдено. Так в чем интрига? Ну, они ходят в милицию, пристают, обрыдли всем. Их в конце посадят. А убийца? А что убийца? Он прячется? А зачем? Он же убил согласие участкового. И по его наводке. Так где же интрига? Как где? Здесь у нас, в Москве. И чем вы хотите заинтересовать читателя? А чем я могу его заинтересовать? Денег у меня нет. А правда восторжествует? А я откуда знаю? Сам жду. Но вы же автор. Ну и что? Значит, у вас так. Милиция преступление раскрыть не может. Убийца на свободе. Семья убитого в тюрьме. Участковый соучастник. В чем же детектив? Ну, вот в этом. И все это ничем не кончается. Назначает нового министра МВД. Вот. И что он? У его жены угоняет машину. По его наводке. Да. Он находит преступников? Нет. А кто наказан? Прохожие. И для чего все это нужно писать? А чтобы их всех избрали в Государственную Думу. И изберут обязательно. Почему? Ну, у меня в романе население ошибочно считает, что лучше избрать преступника, чем милиционера. И вы думаете, вашу книгу будут раскупать? Уже раскупили. Кто? Избирком. Так вы еще не закончили. Они сами закончат. Ну, поздравляю. Это серьезная работа. Спасибо. Они тоже так сказали. А что вы потом будете писать? Комедию. Тоже детектив? Обязательно. Что происходит? Все пьют. Где здесь? Я надеюсь, следить будет интересно? Нет. Смешно? Нет. А что же писать? А что же не писать? Спасибо за внимание.